Все добрые дни суток. Сегодня, как вы уже поняли, попытаемся это пройти ниндзя котов. Посмотрим, что из этого получится. Самая большая сложность. Ай, блин, здесь это то, что осталось у меня всего 0 жизней. То есть вполне возможно, что мне придется еще раз проходить игру. Попытаться. В попытке, точнее, сэкономить жизни. Посмотришь, что из этого, собственно говоря, выйдет. Так, что-то как-то мне... Не, мужики. Блин! Я понял. Блин, да что? Хотел схитрить, в итоге сам себе же доковырял. Так себе. Что это? Понятно. Ай, блин. Не, ну, в принципе, я думаю, что уровень-то я пройду. А вот что, собственно говоря, там с боссом делать, это еще вопрос. Босса я, честно говоря, никогда не видел, но поэтому я понятия не имею, как вообще там с ним драться. Летающий. Да! Японский ты помидор несозрелый. Да блин, лезь! Черт, хватит своей гадостью кидаться. Негодяй, это же больно. Да блин, а. Чтоб тебя пополам. Летающий ко мне. Так, что-то мне кажется, что я здесь как-то не допрыгнул. Блин, ну тут раздражает то, что он периодически начинает как-то непонятно ускоряться. Да это нафиг не надо. Шмудрик пошел нафиг, нужна эта энергия. Фух. Еле успел среагировать, блин. Блин, как же они со всех сторон-то прут, гаденыши. Итак, самый ответственный момент. Разберется он, конечно. Хотя нет, сейчас разберется. Желтый панчо. Блин, ну это вообще будет позорно умереть от желтого панчо. Согласен, вид у него забавный. Страх с кремержом. С другой стороны, не стоило бы, наверное, злить. Ай, так. Ай, блин, я оружие, у меня мало оружия собрано. Блин. Да ты что вообще, Жуля, зверел? Иди сюда. Уйди. Так, все, кончились. Блин, да чтоб тебя!
Блин! Окей, продолжить. А, ну окей, ладно, здесь совсем забыл, что такие игры есть не только жизни. Ну и континиумы. Поэтому как бы с континиумами мы легко сможем продолжить. Ну, правда, придется пройти уровень заново. Ну окей. Ну теперь я уже знаю, где чего. Сейчас мы его быстро проскочим. Прям напроскакивался уже. Окей, здесь мы будем умнее. Здесь мы просто спрыгнем. Здесь мы тоже жизни потеряем. Конечно. Нафига нам это? Тыщ. Едь. 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 Бля-ля-ля. Вот серьезно, до сих пор я не понял, нахрена этот бубенчик. Так, ответственный момент. О, пролетели, нормально. Блин, ну тут в прошлый раз мне повезло здесь проскочить, а? Блин, значит, надо подумать, что с этим там в финале-то делать, блин, с этим панчо. Блин, уж меня загасит, гаденыш. Блин, а почему здесь всего одно оружие дают, я не понимаю. Ух, ё-моё, думал, все-таки я не допрыгну. О, есть еще жизненка. Круто. Не. Фиг тебе. Пик вам всем. Так, нет, энергия мне не нужна, валим отсюда. Фух. Так, сейчас слева справа должны быть. Да, так и знал, что сейчас напрошусь на этого опять. Ай, блин, ладно. О, отлично, вообще с полными жизнями дошли. Так, этих не хват... Блин, ну что ты? Ну ё-моё, ну блин, а! Что здесь вообще происходит? Уберите его от меня! Я не хочу, он злой, он меня пинает. Да чуть-чуть не подрасчитал, надо было прям под него встать. Да блин, что ты мне прям на башку прыгаешь, вообще охренел! Блин, тебе наплевать на меня, что ли? Как ты меня расстраиваешь? А, блин, они то убиваются, то не убиваются, я никак не могу понять. О, слушай, мне сейчас, может, супероружие дадут, а? Блин. Да ё-мо, иди. Фух. А, я ненавижу вас всех. Бедную маленькую розовую киску все пытаются убить. Да, во. Это круто, мы сейчас возьмем сверхоружие. Что нам, безусловно, должно помочь его убить. Другое дело, что у меня жизни меньше, чем в прошлый раз. А, все, восстановили. Круто. Не, ну, в таком-то варианте ему хана. Что этим спешлом целиться не надо. Мы его сейчас легко проскочим. Ить, бежим. Непонятно летающие гадости. Блин, он так и знал, что в лобешник свалблю, а? По своей тупой неосторожности. Начали!
Блин, вот, ну, либо вот его бить, либо этих, от этих отбиваться. Блин, он еще прыгает прям на меня, а? Вот гаденыш. Да блин, ни разу не попал по нему. Да что здесь вообще за дурдом творится-то? Отстаньте от меня! Блин, ну ты говорю, ну либо по нему попасть, либо по этим дряням. Уху! Сдохни! Вообще, ненавижу, когда всякие дрянь еще по экрану летают, их отбивать надо от себя. Да, конечно. Окей. Игра еще не заканчивается, оказывается. Ну все, началось опять ловение в башку. Да блин, оп. Тихо, мужик. Умри. Че, самый умный, что ли, да? Блин, у меня оружия опять нет, это хреновенько. Все. Да ё-моё, блин, заперли в этой фигне, отстань от меня. Так, здесь, я так думаю, мне нужен мужик с кувалдой. Сделаем вот так. Сделаем. Чтоб тебя в дребезги разобрало, а? Ай, блин, да я так просто обрадовал, что я победил эту дрянь. Непонятного назначения. Хрен тебе не достанешь. Угу. Да, копать надо. Шла сюда вон черепашка. Так, кто у нас мог копатель? Тихо, быстро. Честно, я вообще не понимаю, что это такое. А, я понял. Ну ладно, проскочим и этой. Это водяные кубики. Здесь, наверное, было... Ай, блин, водяным созданием. Нет, ну это я сейчас тут получаю вообще нереально. Блин, а если бы я вниз пошел, я бы нормально бы и жизни заработал. Если что, надо бы получил. Ладно, попробуем так проскочить. Может, прокатит. Так, опять вода. Иди сюда. Ой, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, неудобные вы все, а? Ладно, попробуем теперь поаккуратнее. Да блин, а! Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не, мы так делать не будем. Пыщ, негодяй! Все, сдохни. Ну ладно, окей, не хочешь, не надо. Че, я настаиваю, что ли, буду? Так, ладно, берем опять этого камнеруба.
Наверх здесь запрыгнуть нельзя. Окей. Так, давай ее убьем. Чтобы она опять меня там не зажала. Ну куда ты, блин, на башку прыгаешь? Имей совесть. Да, тупые птицы. Сдохните, присмыкающиеся. Так, оружие еще здесь, да? Окей, ладно. А сейчас пробуем аккуратненько взять оружие. Там резко наверх. Попробуем сейчас схватить все вот это. Это по-любому пригодится. Блин, он пропал. О, еще... Блин. Ладно, сейчас действуем очень аккуратно. Потому что нам его брать нельзя. Так, мне теперь нужен летающий. Все, энергии больше нет. Так, берем плавающего. Блин. Ну, да, я бы здесь навряд ли проскочил как-то быстро бы. Конечно, было бы неплохо наверху идти посмотреть, честно говоря, что там. Фух, ладно, хрен с тобой. Окей, плавающий. А, я бы, наверное, вот здесь вот бы выскочил. Ой, блин, что я летающий-то взял? Ты, ё-моё. Окей, избавились от одного. Бежим, бежим. В сад, все в сад. Ай-яй-яй-яй! Блин, ну ёды, блин, ответь от меня! Хрен с тобой! Еп-па! Ай-яй-яй-яй. Ой, блин. Быстрее. Давай. Так, делаем еще раз. Да, блин, вообще без вариантов. Да это вообще ад какой-то. Со всех сторон, блин. Да ё-моё, тут уворачивайся, не уворачивайся, все равно схватишь. Как ты мне надоел! Ладно. Урежем потом этот момент. А, и только второе оружие. Окей. Так, ну здесь летающий. Но, правда, мне еще и там нужен.
плавающего. Так, чуть-чуть есть энергии, окей. Да ёп! Что тебе? Откуда я знал, что я там не проскочу? Да все равно огреб, какая разница? Два раза огреб вместо одного, то что три раза огреб вместо одного. Ай, я вас всех люблю! Блин, да, хоть назад, блин, возвращайся. Да почему? Ну я же ударил его, а, ну что за бред? Дебилоида. Ай, с двумя жизнями. Да вообще теперь смысл-то есть и куда-то идти. Естественно, отходить нельзя. Они, эти гады, блин, восстанавливаются. Блин, ну глупо вообще поторопился, а. Блин, одна жизнь. Да не, меня сейчас на этих, блин, сомнут. Ну блин, глупое ты создание. Да блин, ну что ты не прыгаешь, а? Давай, улитка, сюда иди. Ой, блин. Аккуратненько, аккуратненько. Ну вот это уже идиотизм. Если раньше попадал, теперь перестал. Я так и знал. Вот, вот он полетит тогда, когда я не буду его атаковать. Все так просто было. Да блин, ну что ты, блин, а я все ненавижу эту игру, блин, что здесь происходит вообще? Идеально, блин, дошел со всеми жизнями, да какой-то просто идиотизм я растерял, а?
достал ведь, а? Ведь достал, гаденыш. Блин, все, меня тут сейчас зажмут. Блин, ну отвянь ты от меня, скотина ты. Ну ё-моё, ну все, вот она уже жизнь-то была. Ну убейтесь, разработчики. На пофиг, сейчас там еще одну жизнь возьмем. Хомяк, убейся. Так, копаем. Копаем, летаем. Плаваем. Блин, почему мне приходится так заниматься в этой фигне? Блин, она просто физически не успевает два раза так ударить, а? Так, теперь надо что-то с этим вихрями здесь изобрести. Нахрен тебе, не нравишься ты мне. Ладно, с тобой я понял, как разобраться. Ну это вообще идиотизм, блин, в спину прибежал, а? Засранец ты этакий. Най, блин. Я думаю, что так, наверное, будет лучше. Видишь, надо этого плавающего взять, он пошустрее. Да, вот теперь мне плавающий совсем не нужен. А вот теперь, кстати, можно попробовать летающим здесь пройти. Ну все, энергия кончилась. Как я вас всех люблю! Так, теперь главное вот эту дрянь вообще не схватить ни разу. Ты идиот! Бубенчик. Хрен вам с ним, Куда? У меня энергии нет. Как я вам полечу, ребят? Блин, как это все вообще должно происходить-то, блин, а? Окей, регеним.
берем летающего. Потихенькому нам здесь надо. Чтоб я сдох! Босс! Блин, на самом обиде, что я сейчас сдохну, мне это сейчас еще раз проходить. Да, но лишь ты сейчас это с первого раза все закончится. Я даже не знаю, почему ты мне не нравишься. Я понял, почему ты мне не нравишься! Ты мне не нравишься, ты вообще никому не нравишься! Так, все, третьего залпа не будет, да? Блин, ну случайно, ё-моё, уперся в эту дрянь. Я ненавижу вообще этих разработчиков, ненавижу эту игру, я ненавижу всех, кто вообще хоть кто-то притрагивался к этой игре. Ай, блин, ладно, тоже вырежем нахер. Блин, надо было, наверное, этот. Да, надо было блин! Чимин нафиг! Вернуться назад и взять второй раз оружие. Ну ладно, может, мы его и бумерангами попробуем затоптать. Давай, 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 быстрей! Нет, нет, там маленькая девочка. Как ты меня раздражаешь-то, обезьяна непокладистая. Уйди, 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 демон. Так, у меня полно энергии. Значит, мы сможем летать. I believe I can... Все только хуже, чем могу представить.
Фу, блин. Короче, я дошел опять до него. Правда, все немножко теперь хуже. У меня нет моего сверхоружия, у меня есть только вот это. Он меня просто во все щели сейчас дерет. В принципе, у него система. Тут, наверное, думаю, уже все догадались, какая. Все. Вот здесь вся проблема. Это понять систему босса и просто его забить. Я согласен, что все боссы, они достаточно легкие. Но как минимум одну жизнь я точно потрачу на то, чтобы разобраться с ним. Ой, господи, петух. Окей. Так, супероружия нету. Ой-ой-ой. Блин, уйди. О, блин, ну что? Ну, ёп, вообще как? Как это работает? Как это должно работать? Тут хочешь, не хочешь, а гребешь. Блин, к нему дотрагиваться нельзя. Как его вообще бить? Блин, вон, я ему руки отломал. Еда, блин, да прекрати ты. Да прекрати, да хватит уже! Чисто заспамить не получилось. Вы смеетесь, да? Мне опять... Оставим это на потом. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайк. Пока.